Исследователи из Мичиганского университета и колледжа Вильгельма и Марии провели наномасштабные эксперименты и опровергли закон излучения Планка, один из основополагающих законов современной физики. Закон передачи энергии, то есть как энергия от одного объекта другому передается с помощью электромагнитного излучения. В законе сказано, что есть тут постоянная Планка, и ее нужно там помножить на частоту излучения. Вот. И такое количество энергии придет от одного объекта к другому с помощью электромагнитного излучения. Закон Планка подтверждался экспериментами на больших объектах. Цель эксперимента заключается в возможности описания теплового излучения наномасштабных объектов законом. Результаты эксперимента превысили предсказанное число в 100 раз. Это приводит к выводу, что наномасштабные объекты способны излучать и поглощать тепло намного эффективнее, чем мы можем это предсказать с помощью существующих моделей. Вполне может быть такое, что на небольших расстояниях, там, меньше длины волны, происходит передача энергии таким образом, не так, как описывал этот Планк. Другое тело нагрело за счет излучения вот этого тела, не по закону, который вот вывел Планк там, в 1900 году, до 100 раз больше. Скорость передачи тепла между объектами является одним из фундаментальных параметров Вселенной. Результаты эксперимента могут повлиять на модели развития климата и понимания процессов нагревания и остывания космических тел и процессов, связанных с радиацией. Артём Тупичкин, Аделя Шамилова, Универньюз.